Уважаемые товарищи, прежде всего, хотел бы приветствовать и поблагодарить за службу всех участников стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Сегодня начинается его активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Отмечу, что за последние 3 десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. А в качестве наблюдателей приглашены представители 15 государств. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий,